Поддержка российских военных в зоне СВО сегодня важна как никогда. Подарить им частичку своей души и благодарность может каждый из нас. В молодежный центр «Олимпиец» в Воскресенске неравнодушные жители каждый день несут все, что сегодня так необходимо на передовой. Светлана Петровна Напреенко собрала огромный багаж помощи военнослужащим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Помощь. Моя помощь. Спасибо большое. Вот вклад в дело нашей общей победы. Подушки, комплекты нательного белья, варежки, а еще слова поддержки и добрые напутствия нашим бойцам. Ведь кроме общей победы, Светлана Петровна преследует и свои личные цели. Я школу закончила в Могилеве, это Беларусь. Молодость моя, Белоруссия. Институт я закончила в Днепропетровске, Украина. Украина, мать моя, вся краса чудова твоя. А аспирантуру я закончила в Москве, Россия. Тоже Россия, 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 вольные края. Мое единственное желание, непреодолимое желание, чтобы мы опять были вместе, чтобы я без всяких помех в любое время могла поехать в тот же Днепропетровск. На базе молодежного центра «Олимпиец» развернулся один из множества пунктов приема гуманитарной помощи для недавно мобилизованных и тех, кто уже давно в зоне СВО. Жители городского округа Воскресенск могут принести сюда теплые вещи, консервы, лекарства, нескоропортящиеся продукты, средства личной гигиены. А еще бойцам всегда приятно получать письма с гражданки от детей и взрослых. Волонтерский пункт работает ежедневно с 9 до 18 часов по адресу улица Цесиса, 17. Каждый раз список меняется того, что нужно. Ну, понятно, что каждый человек, наверное, смотря новости, может, у кого-то там родственники, знает лучше, что ему принести. Но постоянно поступают, как бы сказать, просьбы, что более необходимо на данный момент. Сейчас мы собираем больше консервы и такие продукты, которые не скоропортящиеся. А так, конечно, будем рады любой помощи. Это очень важно, это очень нужно. Выполняя свой долг, наши ребята должны знать, что у них крепкий тыл и надежная опора, и что жители нашего округа всегда готовы поддержать каждого из них добрым словом и нужными вещами. Пусть это будет махоньким вкладом, моим вкладом в общую победу. Я знаю, что, конечно, мы победим, но это, вне сомнения. Юлия Тиунова, Дмитрий Волнов, новости Искровект.